Оперативниками по горячим следам раскрыты два уличных грабежа. В полицию Кызыла 31 марта ночью поступило два сообщения о грабежах. Так, обратившийся мужчина рассказал, что в ночное время, когда он проходил мимо развлекательного заведения, расположенного по улице Горной, неизвестные парни, применяя насилие, похитили у него сотовый телефон, золотое обручальное кольцо и 2000 рублей. Еще одно заявление о грабеже поступило в полицию от 33-летнего жителя Кызыла. Он сообщил, что примерно в 3:30 утра по улице Солчака-Тока неизвестные, применяя насилие, похитили сотовый телефон стоимостью около 50 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемые установлены и задержаны. При допросе они дали признательные показания. Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений на территории Кызыла.